друзья, я все еще в пути, иду примерно 4 часа, по навигатору показывает, что осталось примерно 7 часов, собираюсь идти без остановок, если только вот на такие видео. Что хотел сказать, сейчас я уже выбираюсь из Санкт-Петербурга, так понимаю, надеюсь, что выбираюсь, и зашел в такую советскую его часть. То есть дома сталинские, улицы с соответствующим названием маршала, там, Жукова или еще кого-то. То есть интересно так вот идти по городу и смотреть, как вот он строился, как менялся. То есть начал я в современном городе, Приморский район, прошел через центральный район. Сейчас вот я не знаю, какой это район. Он даже, видите, за моей спиной памятник стоит там, видимо, воинам каким-то, освободителям. Будьте здоровы!